Здравствуйте, дорогие друзья. Мы выходим в программе «Интервью дня» из Троицкого района, из самого-самого центра. С нами глава района Олег Владимирович. Добрый день, Олег Владимирович. Ну вот все хорошо, но что-то вот дождь у нас сегодня. Ну, такую погоду заказали, наверное, с вами. Но, тем не менее, вы нас так тепло принимаете, радушно, что нам приятно и комфортно работать. Олег Владимирович, у нас есть с вами 10 минут для того, чтобы ответить на вопросы, которые хотели бы мы вам задать, на вопросы, которые мы вчера получили от жителей вашего района, когда проводили встречу. Ну и, может быть, у вас останется время что-то сказать вашим жителям, потому что в прямом эфире и по краевому телеканалу КТН-24 это сделать и приятно, и ответственно. Олег Владимирович, Троицкий район находится на одной из самых главных транспортных развязок нашего края. И вот сейчас скоро открытие большого туристического сезона, тем более в этом году 40 лет Шукшинским дням на Алтае. Как планируется развитие придорожного сервиса и каким образом будете встречать туристический поток? Ну, прежде всего, хотелось бы сказать о том, что, конечно, зона ответственности на нашей территории, она очень насыщенная, так скажем. На территории района, на федеральной трассе расположено 3 кафе и 4 автозаправки. Причем радует то, что все 4 автозаправки могут оказывать услуги даже в плане питания и отдыха. Но перспективы и определенные недоработки есть, конечно, в этом направлении. Мы над этим работаем и будем, надеюсь, работать на регулярной основе. Я хотел бы сказать, что на территории района готова есть площадка для инвесторов, тоже пригласить их освоить хорошую площадку. Это более 2 гектар земли, уже оформлено. Мы готовы обсудить все свои требования и пожелания, ну и послушать инвестора. И в плане продолжения уже начатого строительства, а это ООО «Стандарт», заправка, она называется у нас «Энергия», первые 2 очереди уже выполнены, то есть разгонная полоса, сама заправка, и на сегодня мы планируем уже приступать к работе по строительству комплекса дорожного сервиса. Вот 3-я очередь, это будет ресторан, это будут гостиницы, это будут площадки для грузовых и легковых автомобилей. Ну и те площадки, которые сегодня существуют, их нужно мало того, что построить, их нужно еще и содержать в должном уровне. Вот это самая главная сейчас цель и задача, чтобы вот до начала сезона привести в порядок все существующее. А в Троицком не хотите никакой объект создать? Мне кажется, что к вам будут заезжать люди, это интересно. В самом Троицке имеете в виду? Ну, в самом Троицке мы уже на сегодня имеем ряд гостиниц, кафе, ресторанчиков. Тоже, наверное, при сегодняшней ситуации макро- и микроэкономической, навряд ли, я думаю, что кто-то начнет новое строительство, но привести вот действительно в соответствие или реконструировать уже имеющиеся, это нужно делать. Да, мы планируем и делаем, и работаем в этом плане с предпринимательским сообществом. Я надеюсь, что сообщество нас слышит. Вы знаете, мы когда готовились к эфиру и когда готовились приехать к вам с открытой студии, конечно, собирали обратную связь, в том числе в социальных сетях, через какие-то группы. И у вас в районе очень активно такое молодежное движение. Как удается вам удержать молодежь в селе? Потому что вы географически расположены между 2 больших городов, и наверняка люди молодые уезжают, но тем не менее. Да, вот Троицкий район, он действительно расположен уникально в этом смысле. И расположение между 2 городами, оно подразумевает, наверное, определенный отток молодежи, ну, более мощные центры, так скажем. Но при всем при этом задача и поставлена мной как руководителем района, и задача состоит в том, чтобы развивать каждое село. Мы понимаем, конечно, что села все разные, перспективы у сел тоже разные, но тем не менее
развивать или сохранить социальную сферу, прежде всего, в селе, обеспечить людей работой, проводить большую работу с крестьянско-фермерским сообществом, потому что мы все-таки сельхозрайон, и основные производства и производственные, вернее, места рабочие, они находятся как раз в производстве сельхозпроизводителей, сельхозпереработчиков. И поэтому, сохраняем. И другой момент еще, Троицкий район же не секрет, что у нас есть и железная дорога, и федеральная трасса, и многие другие блага, о которых мы можем потом поговорить, которые, в принципе, сдерживают население выезжать в города, потому что здесь, в принципе, практически, если не такой уровень, то недалек от городских условий, я так говорю. У вас тут вообще какая-то тенденция такая своеобразная. У вас даже и в райцентр люди не едут, у вас нет заброшенных деревень. Насчет заброшенных деревень вы правы, конечно, но у нас есть село, в котором проживает 3 человека, но они живут там давно и долго, не хотят уезжать. А остальные села, у нас 38 сел, 20 из них это села, которые насчитывают 200 и менее человек, но совсем маленьких у нас нет. Так вы сами глава района и не живете в райцентре? Не считаю нужным, наверное. 18 минут я доезжаю до работы, поэтому меня устраивает все. Не надо строить новый дом. А вот вы знаете, вчера мы встречались с вашими жителями, вы тоже были на встрече, и несмотря на то, что нам не бросились в глаза плохие дороги, все-таки жители сказали про дороги, но в зимнее время. Был вопрос о том, что они не всегда быстро приводятся в порядок. Что это за тема? Эта тема интересная. Она интересна, наверное, потому что, во-первых, Троицкий район, если даже ехать от Бийска до Барнаула, то мы всегда ощущаем или осадки в виде дождя, как сегодня, а если это зимой, то в виде снега. И гораздо больше, чем ближайшая территория. Зональный район, Косихинский район, там снегу немножко меньше, это мягко сказано. А то, что люди говорят о том, что состояние дорог не всегда удовлетворительное, наверное, была такая ситуация у человека, когда ему нужно было именно в этот час и в этот день срочно выезжать, и, наверное, что-то не получилось. И у него остался этот налет, и он высказал свое мнение. Но я бы хотел сказать, наверное, о чем? О том, что сегодня мы создали предприятие МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» Троицкого района. Это предприятие объединяет как раз все направления, связанные с коммунальным хозяйством, в том числе и дорога. Мы усиливаем сегодня это предприятие и помогаем им развиваться. И, по сути дела, сегодня результат есть. Я могу сказать, что еще не прошел год, как мы его создали, а уже на сегодня это предприятие обслуживает 14 сел только по воде. Плюс по дорожной деятельности пока 3 села. Надеюсь, что, создав участки от этого предприятия на территории, мы сможем, как минимум, избавиться от лишней бухгалтерии, от лишнего аппарата управления и сконцентрировать эффективно использовать, так скажем, те средства, которые у нас сегодня имеются, в том числе и по дорожному фонду. Олег Владимирович, я благодарю вас, что мы успели на такое количество вопросов ответить. Наше время в эфире заканчивается. Спасибо вам большое за разговор. Мы еще поговорим с вашими жителями. И обязательно сегодня еще выдадим несколько выпусков новостей из вашего района. Спасибо за беседу. Спасибо вам. Всего доброго. Мы увидимся через полчаса.